Всем привет, с вами MindGamer, со своим новым скином, и сегодня вам, сегодня я буду проходить карту, которая называется TPC паркур, TPC паркур version 2.0, версия 2.0, понятно. Так, тут мои головы, конечно же, так, часы. Значит, возьму тут автор Tetrix 1993. Вот. Сейчас я все возьму. Так, что у нас там? Ай. Вот правило. Играть на мирном. Так, у меня чего? Мирный. Так. Не ломать блоки. Некоторые уровни требуют, некоторые уровни имеют специальные правила, короче, их надо соблюдать. Там что-то про моды, но у меня никаких модов нет, короче. Вы не можете использовать команды Time, Toggle, Downfall и Weather. Ну, не знаю, вот это правило я наверняка нарушу. Your game mod must be in adventure. А, game mod, не знаю. У меня все вроде на приключениях. At all times. Всегда. Do not change. Понятно все, короче. Мультиплеер это не надо, я играю один. Можно сейчас все спрятать нафиг в инвентарь. Вот. Кстати, вот хочу рассказать, от кого я узнал про вот эту карту. Я про эту карту узнал от... Welcome, man, gamer, to TPC паркур. Вот, короче, я про эту карту узнал от... я очень поклонник, короче, большой поклонник, знаете, кого? Вот, поклонник Мистика и Лагера, если вы можете посмотреть, там вот летсплейщик есть, вот. Шрачку возьмем. Вот, так сразу тогда оденемся. Вот, я большой их поклонник. Поэтому, собственно, вот так вот все. Так я узнал, где можно эту карту скачать. Скачал, естественно. Так, инвектор. Так, здесь вроде... тут попрыгунчик я уже видел. Так, поехали. Челлендж первый. Beginner Playground. Beginner Playground. О, телепортировался. Так, что здесь? Челлендж Воп Центр. А, это обратно. ТП-шкнуться обратно, короче, понятно. Так, здесь что? А, чекпоинт коридор. А. Здесь чекпоинт коридор. Все, я пропрыгал. Так, open. Открытие тип чекпоинт. А, это чекпоинт, понятно. Будем прыгать. Ой, я перепрыгал, короче. Я перепрыгал. Я часто... Я вообще хочу сказать, что из меня паркурист плоховатый. Короче, да. Из меня паркурист, так сказать, не очень. Так вот у меня вот получается паркурировать плоховато. Так, прошли, как-то я в этот раз быстренько. Я, короче, раньше еще немножко играл уже здесь, на этой карте. Не знаю. Как так? Ой. Так, сейчас это рискованно. Поплыли. Короче, нет, мне не получилось. Вот. Сейчас, два блока, я вроде уже прыгал, так. А, нет, стоп, это ж три блока, ё-моё. Слушайте, я вот паркурист плохой, вы, если чё, пишите там в комментариях, как я могу, пропрыгивать много блоков. Сейчас я вообще даже не прыгну. Что у меня старая версия, и тем более, старая версия и тому подобное.
Ну, можно, как сказать, старая, не старая, я не знаю. Я не специалист большой, конечно, по Майнкрафту. Так, ладно, мы с чтением, ну так, мы креатив, сейчас включим, сядем сюда. Вот мы уже нарушили, кстати, одно правило, ну да ладно. Ура, я прошел. Так, это чекпоинт, так. Стейджи какой, 1-3. Так, ну поплыли. Ой, блин. Ну какой я вообще идиот. Сразу прям грохнулся. Вот здесь вот я еще, кстати, не понимаю, как нужно прыгать. Как нужно здесь прыгать. Ой, ё-моё. Ну что такое? Ну что такое? Вот. Может мне с разбега вот-то как-нибудь так вот. Ой-ой-ой. Да, с разбега, блин, не получится. С разбега я падаю. Сейчас, подождите, сейчас я подожду. Так вот. Тунц, тунц. И тунц. Нет, у меня так не получится, короче. Почти не допрыгиваю немножко совсем. Не понимаю, в чем. Меня вообще что-то я не прыгнул. Ё-моё. Я вообще что-то сегодня не прыгун. Я не прыгун сегодня. Ну, нет. Ладно. А, три блока. Я опять не пью. Все вот так. Вот так. Так, что мне здесь? А, это... Вот это так, это 5 чекпоинт. Так, замечательно. Теперь туда надо. Ой, так, сейчас, секундочку.